Порядка 20 участников и 6 победителей. Таков результат ежегодного конкурса профессионального мастерства среди работников почты. В этом году он юбилейный. Открывая торжественную церемонию награждения, директор Брестского филиала предприятия «Белпочта» Валентина Пух поздравила победителей и поблагодарила всех конкурсантов за участие. А также выразила надежду на победу команды Брестского филиала в республиканском конкурсе профессионального мастерства. Ведь элемент состязательности – хороший мотиватор роста и развития, а конкурс в целом способствует популяризации профессии почтового работника, повышению ее престижа и привлечению на предприятия молодых и перспективных сотрудников. Большое количество призовых мест сегодня уехало в регионы. Среди 6 победителей 5 призовых мест уехало в регионы. Это говорит о том, что уровень предоставления услуг почтовой связи в отрасли почтовой связи расширяется не только регионально на город Брест, а в целом на всю нашу Брестскую область и на нашу республику. Ну и сегодня мы уже говорим о том, что и предоставление услуг почтовой связи и в сельских отделениях почтовой связи абсолютно одинаковые, как и предоставление услуг для горожан. На Брещине сделано немало для создания комфортных условий работы для сотрудников почтовой связи. Сегодня практически все отделения прошли стадии ремонта. Они имеют хорошую материально-техническую базу. И это весьма важно, поскольку спектр работы очень широк. Отправка писем, бандеролей, посылок, обработка почтовых отправлений, сортировка печатных изданий, работа с клиентами. Список можно продолжать долго. Но самое главное, все это нужно делать быстро, надежно и качественно. Вот эту оперативность демонстрировали участники конкурса профессионального мастерства в теории и на практике. Результаты нашего конкурса сегодняшнего говорят о том, что у нас есть на сегодняшний день и возможности, и все необходимые условия для повышения профессионального уровня как рабочих профессий, так и руководителей отделений почтовой связи. От них также зависит очень многое. Традиционный конкурс собрал самых профессиональных, ответственных и инициативных руководителей отделений почтовой связи Брещины. Одна из них – грамотный и мудрый начальник почтового отделения «Брест-20» Людмила Селивон. Она отлично на протяжении 3 лет справляется со своими обязанностями на рабочем месте. Вероятно, поэтому и стала одним из лидеров конкурса. По ее словам, работа в роли руководителя научила ее многому. Сдержанность, как-то понимание, больше понимаешь людей. В каких-то отношениях ты более сдержан, в каких-то наоборот надо где-то поднажать. Как-то больше разбираться в людях, наверное. Чем больше контактируешь с людьми, тем больше понимаешь, как прийти к общему вообще мнению, к какому-то лучшему результату. Действительно, именно руководитель организует работу всего коллектива, который ежедневно быстро и качественно оформляет посылки и письма, доставляя их в самые дальние уголки страны. Хороший начальник – хорошее почтовое отделение. Этот принцип уже не одно десятилетие лежит в основе работы предприятия «Белпочта».